В Югре упростили ежегодную регистрацию для получателей губернаторской пенсии. Надбавку получают более 210 тысяч человек. Все они ежегодно проходят регистрацию. Ранее для этого необходимо было обратиться в ближайший офис Ханты-Мансийского МПФ или направить в адрес фонда нотариально заверенные документы. Теперь процедуру значительно упростили. Новая поправка, принятая правительством Югры, будет особенно удобна пенсионерам, которые сейчас проживают за пределами округа. Им не придется направлять нотариально заверенные документы по почте, а достаточно заполнить определенные поля в личном кабинете на сайте фонда. Процедура будет доступна с 2018 года.